Тыся устроила сама. От скуки или от безделья стояла ранняя зима, когда метели гладко стелят, и он практически рыдал, теряя лучшую из женщин, держал твою ладонь у рта и ревновал, как сумасшедший. Но вот зима сошла на нет, и ей нашлась альтернатива, и он выходит в интернет из роуминга на Мальдивах. С ним рядом девушка, она ухоженная и худая. И ты была возбуждена, по профилю ее блуждая. Ей 22, она юрист из питерских судейских дочек. Ирина, а в сети Ирис, ну просто аленький цветочек. И твой, как бравый морячок в небесно-полосатых плавках, подставил ей свое плечо у ювелирного прилавка. Что чувствуешь? Тревогу? Злость? Вкус алкоголя? Или перца? Как быстро у него срослось разбитое тобою сердце! Как он горячку охладил, что за врачи его спасали, ведь, судя по холмам груди, он зиму пролежал в спортзале, под штангой делая жим-жим, а не под капельницей в склифе. И он теперь неудержим, Мальдивы, Куба, Тенерифе. Что чувствуешь? Любовный взрыв так жжет, что даже не обидно. Страстям полезен перерыв, лицом к лицу лица не видно. Зловеще светится экран, бунтует женское начало. Ты открываешь телеграм и пишешь: «Здравствуй, я скучала».